есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Снова ссор, снова раздражение. Не хватает нам на все терпения. Как ни странно, хочется хорошего, чтобы было позабыто прошлое. Сколько можем обращать внимания на пустыню до понимания. Научиться бы беречь друг друга нам, разделяя все невзгоды пополам. А мы опять заплутали в гордыне. И опять обидами залегают в сердце чувства, видим мы. Заглушить бы их цветами нежности и посеять бы плоды безгрешности. Как ни странно, но в любви падения происходят и от нерадения. И опять небрежно слово брошено, а прости, так ловко запорошено. А мы опять заплутали в гордыне своей. А мы опять, а мы опять, а мы опять позабыли, что жизнь за детей должны отдать. Чтобы души не познали мщения, и любви своей дадим росткам взрасти, чтобы ее не заглушили тернии. Мы польем обильно чувством мудростью, чтоб не знала наша нежность скупости. И однажды соберем плодов сполна нашей преданной любви, что нам дана. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Марина Рогоза. Здравствуйте! Послушал вашу песню. Я так понял, что она вам тоже нравится. С удовольствием ее поете. Нравится
Ну, она недавно родилась, да? На самом деле, каждая моя песня – это, наверное, мои собственные переживания. То есть я не пишу про кого-то, про что-то. Я пишу про то, что было в моей семье, в моей душе, в моей голове. Ну, когда-то что-то произошло, и вот так вот написано. От своего имени, да, как получается? Получается, от своего имени. Но вот эта песня конкретно, да, как, что можно про нее сказать? Как пожелание, да, кому-то? Наверное, тоже что-то случилось. Обычно почему у меня такие песни, так скажем, лирически, ну, негативные, может, немножко, или как вот это назвать? Ну, грустно. Грустноватые, да, вот такие они грустные. Почему? Потому что в семье происходит какой-то такой момент, когда, допустим, мы ссоримся или мы обижаемся друг на друга. Ну, что-то такое случается, и в этот момент я выплескиваю все в песню. Но я не скажу, что это постоянно и часто. Нет, это бывает очень редко. Но, наверное, как и в каждой семье, это случается. Кто-то, может быть, запевает, кто-то, может быть, еще чем-то занимается, а я пишу песни. Когда мне плохо, когда у меня какая-то кошка скребет на душе, я беру гитару и об этом пишу. Потом муж ее слушает. Муж тоже него... говорит, да, ты была права, надо было вот это. Да, у него пробивает слеза, и вы обнимаетесь и прощаете друг друга. Бывает и такое, бывает. Такая женская... Женские... Женская тема, да. На самом деле, когда, допустим, какой-то концерт проходит или просто маленькая встреча, и чаще всего подходят женщины ко мне, мужчины практически не подходят, подходят женщины и говорят, вот эта-то песня была про меня, вот это-то ты спела, да, правильно, правильно тут сказала, ну, допустим. Или, может быть, а откуда ты это знаешь? То есть ты это что, видела в нашей семье? Я говорю, да я писала это про свою семью. Просто это настолько частое явление, да, какие-то, может быть, недомолвки или ссоры, или что в каждой семье это есть просто. Ну, это, так сказать, один из способов разрешения, да, проблемы. Через творчество. Через творчество, да. Не у каждого, я думаю, получится стих написать, когда человек кипит, булькает, ему хочется все высказать. Ну вот почему-то я, а да, вдруг он высказываю уходит куда-то именно в комнату свою, начинает писать. Угу. Да. Ну и при том там у вас же не просто, а там еще пожелания есть. Надо же опять мы должны. Ну да. Ну потому прощать. Что да, потому что все-таки приходит какое-то понимание, может быть в душе покаяние, и ты уже. Ты должен же чем-то закончить. Нельзя же писать, что все вот так плохо. И ты все-таки понимаешь это и заканчиваешь хорошо, что мы должны любить, мы должны прощать, мы должны что-то делать доброе. И песня получается вроде бы и на позитиве такая хорошая. Да, с вот поучением. Братья и сестры, так и нам надо научиться, может, это каждому не всегда, попробовать. Только это не всегда так, конечно, но... Бывает. Что? А то бы слишком у нас было много песен. Да, наверное, было бы если много бы на каждой ссору мы писали бы по песне, было бы... Все бы только ходили и пели, женщины. Да. Постоянно. На самом деле, женщины, да, это такой человек, такой вот немощный сосуд, от которой, мне кажется, 80%, ну, 80 вот точно, зависит благосостояние семьи. То есть... От женщины. Угу. Вот не от мужчины, а вот от женщины. Она как хранительница домашнего очага все-таки должна держать вот эту вот такую вот добрую атмосферу в семье. Она может либо развить скандал, либо затушить его. Она может либо детей как-то поощрить или... Ну, может, криками, может, орать на них, как умалишённая, а может, наоборот, как-то вот решить эту ситуацию либо конфликт мирно, если она мудрая, конечно, женщина. От женщины очень многое зависит, очень много. Вообще, наверное, все зависит от женщины. Если же... Вот если женщина... Ну, скажем так, не очень мудрая, да, то чаще всего мужчина запевает,
да, впадает в пьянство, может, какой-то блуд еще, не дай Боже. Уныние. Уныние. Это, мне кажется, ну и вот батюшка у нас тоже на проповеди говорит, я как бы с ним очень согласна, что женщины в этом виноваты в первую очередь. Да, что их муж куда-то на сторону пошел или там пить начал или что-то такое. То есть это вина женщины в первую очередь. Она где-то вот не приласкала, не удержала. Может быть, очень много роптала, требовала чего-то. Все ведь дает Господь, правильно? Да. Если в этой семье вот так в данный момент, то это дал Господь. Если Господь будет, ну, если Господь захочет, чтобы было по-другому, чтобы вы были богатые там или что-то, Он даст это. Но Он даст тогда, когда вы будете к этому готовы, правильно? Вот еще хочется сказать рекомендацию всем женщинам. Можно просто, не знаю, у себя на тумбочке держать сказку Пушкина «Рыбаки и рыбки». С утра встал, прочитал, и уже заряд такой. Что я должна делать? Как я должна? Пилить мужа мне сегодня или не пилить? Да? Требовать или не требовать? Mm-hmm. Вот можно как-то так себе уяснить. Нам батюшка очень часто приводит в пример на проповедях именно эту сказку Пушкина. Именно для женщин, чтобы мы, ну, немножко сдержаннее. Потому что мы, мне кажется, очень пилим мужчин. Вот он мало зарабатывает, вот он что-то делает не так, вот а они бедные уже не знают, куда себя деть. Он развиться-то не может по-хорошему. Он замыкается в себе и думает, так, пойти, может, с друзьями там выпить или еще что-то. Так, у нас музыкальная передача. Ага, значит, да. Следующий номер у нас какой? Ну, спою следующую песню, опять же, про себя, о том, как... Я не хранила и не берегла уют в семье. Было такое? Конечно. Было. Ну что, самобичевание там? Ну, можно в этом, можно так сказать, да. Не хранила и не берегла. Снова говорила что-то не в попад. А потом жалела. И опять ждала тех счастливых дней, где каждый был бы рад. Не хранила и не берегла маленький уют в своем родном гнезде. А зима стояла у окна, холодя все то, что было близко мне. Но только рук твоих тепло могло повергнуть злую бурю, но только рук твоих тепло меня спасет оно, но только рук твоих тепло испепелит осаду злую, но только рук твоих тепло. Одно. Звучал, растворяла краски жизнь моя, будто целый мир меня не понимал. Не терпела, не смирялась я, покрывая мглою все свои мечты. Предрассветный час молилась я, могло повергнуть злую бурю.
почему рук твоих тепло? Пришли такие мысли. Потому что женщина, она, когда у нее кипит, она, в принципе, и не может сделать что-то доброе, да, и даже шаг навстречу. Первый должен, ну, примиряться или что-то такое делать, тот человек, мне кажется, который спокоен. Ну, женщина чаще всего подвержена всяким нападкам, и у нее кипит, бурлит. И поэтому, когда мужчина, ну, не знаю, все что угодно, сказал ласковое слово, взял за руку, то есть он сейчас мудрый, он стойкий, он должен потушить вот этот огонь. Вот он сказал что-то доброе, и она уже так размякла. Ну да, да, хорошо. Наверное, я была не права. Да, и смысл весь. Потерялся и смысл ссоры. Да. Хорошо этот огонь как-то вот потушить сразу. Если человек мудрый, да, вот, ну, мне кажется, мужчина, он более мудрее. Он, я так, ну, я по себе сужу, я всегда жду, когда муж придет и меня утешит, когда у меня кипит, он подходит и что-то говорит ласковое, либо он мне может часто пирожное купить. Бывает такое. То есть надо поссориться, чтобы купить пирожное, нет? Не обязательно. Но он, на самом деле, вот у меня Гена очень мудрый, он знает, когда уже, он не допускает этого. Он уже знает, что вот-вот, вот уже у нее там какие-то закрались, значит, тараканчики. И утром встаешь, у тебя пирожное на столе, я их так люблю. И все, ну какие обиды, какие может быть, что? И уже ты не думаешь ни о чем. А вы в Ленинградской области живете, да? Сейчас, да, в Ленинградской так области. Так же у вас условия так не изменились? Батюшка, на самом деле Господь такой милостивый, Он так нас любит. Мы начинали в Петербурге просто с нуля. Мы жили на 10 рублей в день. Это чистая правда. Мы покупали одну луковицу, одну морковку и пачку пшенички за 4 рубля. Мы это все пережаривали и вот так питались. Мы начинали с нуля. У меня, я не выходила замуж по расчету или там как-то. Я просто любила человека. И мы с ним... Единственное, что у нас какой был стержень, это Бог. Он мне сразу рассказал о Боге. И мы шли вот именно с помощью Божией. Наш был жизненный путь. А сейчас, видно, мы очень много... Я не хвалюсь, я не хочу как-то вот хвалиться. Я хочу просто сказать людям, что терпением, терпением Господь все-таки награждает за терпение. Мы жили в ужасных условиях. Ну, потерпели мы, ну, лет 7 точно мы потерпели. Разных искушений, разных вот неполадок, может быть, с жильем. Ну, вот эти бытовые вот такие вот условия. А сейчас вот нам Господь дает строительство дома. У меня Гена дожил до такого момента, когда сам уже занялся строительством собственного дома. Мы его подвели почти под крышу. Ого! Да, большое дело. А живете? А живем, ну, мы сейчас живем в четырехкомнатной квартире. Угу. То есть мы от государства получили жилье. Ну, правда, мы живем на 5-м этаже. Это так ужасно для наших всех нижних соседей. Ага. Вот. То есть вот топот там, да, наносит? Ну, он бывает, бывает. У нас очень длинный коридор, и бывает, ребенок пробежится с машинкой или с мячиком по этому коридору. А это очень тяжело соседям, ну, к сожалению. Мы еще расскажем телезрителям, что у вас 7 детей. Да, у нас 7 детей, маленькому год. В прошлый раз он совсем был... Совсем грудной. Был крошечный. Он... На передаче, да? Да, уже был на передаче. Уже год почти прошел. А сейчас он, да, уже может остаться дома с папой, да, уже прошел год. Папа приходил сюда и внизу сидел. Ждал. А старшие девочки вот в этом месяце исполнилось 17 лет. То есть у нас уже такие дети большие. Вот. А можно я вот спою для ваших детей песню? Конечно. Да? Конечно, она с удовольствием. 17 лет. 17 лет. Да. Это для Ульяны. Для вашей дочки. Семнадцать лет, какое счастье, зеленый свет
И надо мчаться навстречу радужным мечтам. Нас что-то ждет большое там, открыты лучшие дороги, друзья с тобой, и нет врагов, и век безумный и жестокий еще не брал своих долгов. Твоя любовь с тобою рядом, ты из песка не строй свой дом, и унывать, мой друг, не надо, зло побеждается добром. 17 лет. 17 лет. Бачка, вы меня тоже удивляете. Что? Песнями. Да. И в прошлый раз такая песня была хорошая, и в этот раз. Ну вот как-то вот, слушая ваш рассказ, я понял, что... Хотя мы договаривались, что про детей мы будем говорить во второй части передачи. Я думаю, вот, я уже понял, что к этому все идет, потому что взаимоотношения мужчины и женщины, все-таки они плодом их взаимоотношений и правильных, и если они еще перед Богом выполняют заповеди Божьи, то вот это дети. И так продолжается род. И я всегда радуюсь, когда детей крестят в храме. Я очень радуюсь. Так всегда радостно, когда еще я поднимаю ребенка на руки, а когда после воцерковления, ну, не отпущаешь раба твоего, владыка. Такая радость меня все время объемлет. Что полку прибыло, что еще один человечек родился для вечной жизни. И очень рада, что мы православные именно. Вот так. Да, это огромный дар. Если бы вот каждый человек это так понимал, вот какую жемчужину он несет, да, в себе, мне кажется, мы бы больше, наверное, вот хоронили. Мы такие вот, мне кажется, нерадивые иной раз, да? Вот как-то несем нашу веру как-то, не знаю, не очень радиво. Марина, у нас передача, вот эта первая часть заканчивается. Надо вот, время подходит, надо закончить. Закончить песней, да? Да. Хорошо. Закончим песней. Как хорошо любить. Как хорошо любить. Зачем нам вспоминать об этом и жизнь свою мотать назад, ища забытый спор при этом, вороша кипу ссор и обидных слов поэму, не спеша разговор превращается в дилемму. Нет, нам бы не забыть, как хорошо любить, как хорошо прощать, даря улыбки нежно. Нет, не будем уходить, не лучше ли пережить, в сердцах своих оставив снова след надежды. Молчать, когда кипит внутри, суметь сдержаться в искушении,
тобой мы, что ни говори, пройти наш путь должны в терпении. И когда нежный взгляд вдруг покроет все обиды, слезы, смех не впопад, то поймем мы, что едины. След надежды. Спасибо, Господи. На этом, дорогие братья и сестры, передача наша закончена. Лаврские встречи. С вами был я, священник Анатолий Першин, и Марина Рогоза. Всего доброго.